Как беречь электроэнергию и почему нельзя ставить холодильник рядом с батареей? Детям наглядно и понятно объяснили энергетики. Простые правила экономного обращения с электроприборами не только уменьшат сумму в ежемесячной квитанции, но и помогут сделать мир лучше. Введение данного урока является, чтобы дети в будущем экономили электроэнергию, берегли нашу экологию, потому что, сберегая энергию, мы бережем природу. Потому что на получение энергии у нас сжигается большое количество ресурсов. Выключать свет, выходя из помещения, не оставлять холодильник открытым и использовать только современные энергосберегающие лампы, правила о которых не только рассказали, но и показали в формате видеороликов. С помощью интерактивного формата дети лучше усвоили пройденный материал. Нужно не ставить около батареи компьютер, холодильник около батареи. Нужно не ставить горячую пищу в холодильник. Нужно не перегружать стиральную машину вещами, а также стирать мало вещей. И все это служит для электросбережения. После занятий ребята посетили музей Ярославской энергосистемы, где узнали множество интересных фактов из истории развития энергетики. Занятия для школьников проводятся в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе ярче». Только за последние несколько дней на уроках по энергоэффективности побывали ребята из трех школ Ярославля. Ольга Преснухина, Дарья Соболева, Евгений Бушуев. День в событиях.